Правильно. О, здравствуй, Асочка. Сколько лет, сколько сил. Да. Давненько ты не была в наших краях. А жаль, я давно заметил, когда ты приходишь, что-нибудь хорошее случается. Но это смотря что я нагадаю. Ты уж постарайся, плохого не гадать. Хотя, как у сейчас здесь гадать, кроме меня, старика, пусто здесь стало. Скучно. Да нет, гляди, как вечером такое веселье будет, что только держись. Откуда веселье? Наша графиня свое имение совсем позабыла. Да. Ну, правда, недавно прислала нового управляющего, хотя сама его и в глаза не видела. Ну, прежде-то совсем проворовался. Да, вот хорош, я вижу нового управляющего. Да. Все здесь в порядок привел. Но есть у него в жизни какая-то тайна. А у вас, девчонок, всегда так. Если человек на вас внимания не обращает, так сразу и тайна. Нет, я тебе говорю, что есть у него тайна. А есть, есть. Он принц заморский. Только парни вижу. Все по-прежнему осталось. Пар графиня трогать не велела. Пускай говорит, все будет как в детстве. Да. Управляющий идет, убирай свою карту. Покажу.